Всем привет! У нас сегодня понедельник, 23 декабря 2019 год. И в нашей семье сегодня небольшой праздник. А праздник этот называется годовщина семейной жизни. Ну, годовщина свадьбы. А ровно 19 лет тому назад мы с Олегом поженились. И у нас потом родилась Настя. Да, как быстро бежит время, да? Вроде бы совсем вот, ну, совсем недавно это было. Были молодые такие все, красивые. Свадьба, фата, платье. Классно. И уже такая дата, 19 лет. Ну, конечно, не прям совсем большая дата, но тоже значительная. Но отмечать мы его сегодня, этот праздник, не будем, так как наш папа в отъезде, родители тоже в отъезде. Ну, так, без гостей как-то не очень, да, ну, без папы, ну, не очень. Поэтому Настя, наверное, сейчас зайдет ко мне после колледжа, и мы просто посидим, покушаем. Чай попьем, если, кстати, она не забыла про праздник. Может быть, и забыла. Я уже с утра поздравила Олега, позвонила, поздравила. Он меня тоже поздравил. Вот, а я так, по кухне. Мы, кстати, и в прошлом году у нас так получилось, что Олег тоже был в отъезде в декабре, и его не было ни на наш праздник, ни на Новый год. В общем, как-то вот второй год у нас так. Но в прошлом году мы отмечали с родителями. Ну, правда, вот без Олега. А в этом году, думаю, ну, что, совсем никого нет. Не будем отмечать так. Друг друга поздравили, да и ладно. И живем дальше. Ну, а я так по кухне. Сейчас покажу, что я там готовлю. Ну, у меня здесь все варится, парится, шкварчит. Готовлю. Хочу приготовить вот макарошки. Ракушки вот такие вот. Отварю сейчас. И хочу их обжарить с морковкой. На сковородке морковку уже потерла. Обжарю морковку и потом закину ракушки. Давно так не делала. Вообще мне нравится, вкусно получается. Тут у меня варится грудка куриная. Хочу приготовить пиццу. Ну, без колбасы, просто с курицей. За место колбасы положу вот куриную грудку. А здесь у меня тоже курица. Не знала, что с ней из нее приготовить. Ну, вот у меня тут там ножки, там крылышки, бедра. Короче, она у меня сейчас тушится. Я туда добавила просто лука. И все. Ну, сейчас добавлю еще зелень. И к макарошкам пойдет. Думаю, не буду добавлять сюда морковку, потому что морковка будет в макаронах. Вот. Ну и так. Так, наверное, тоже будет вкусно. Правда, так не готовила, что-то так намудрила. Хотя здесь вообще мудреного ничего нет. У меня слюни уже текут. Курица да лук. И все, и сейчас зелень еще закину, да и нормально будет. С макаронами пойдет. Вот, ну и тесто я здесь... оно у меня уже тут подтаяло. Но не до конца. Хочу это... ну, покупное слоеное тесто... сейчас чуть-чуть раскатаю, да на противень и пиццу сделаю. Ну и все. И будет у нас обычный день. Ну, в общем, обжариваю я сейчас морковку. Она у меня уже почти обжарилась. Я думаю, наверное, достаточно.
я добавлю в эту морковку макароны. Перемешаю. И будет вкусно. Раньше часто так делали, а потом как-то это все забылось. Ну а родители у меня часто такое делают. Ну вкусно, правда? Вкусно просто и вкусно. Так на быструю руку. Только макароны что-то много отварилось. Сейчас это я все перемешаю. И будет готово. Надо сейчас пиццу приготовить. Помидоров у меня свежих нет на пиццу. Вот достала вяленые помидоры. Но они, кстати, вкусные. Мне нравятся, Насте нравятся. Эти вот я в этом году просто повялила и убрала в морозилку. Ну, они просто замораживаются, чтобы не испортились. А еще делала... 3 баночки или 2 баночки тоже повялила помидоры и маслом их залила, они у меня в холодильнике. Тоже вкусно получается. Я в прошлом году делала, тоже 3 баночки закрывала. Мы их кушали с бутербродом. Берем хлеб, потом сыр, вот этот творожный или какой-нибудь, или там брынзу, и сверху помидорчик. И вкусно. Вот, ну все, ладно, сейчас я тогда, наверное, посуду помою. А, куриная грудка у меня уже отварилась, и буду уже тесто раскатывать и пиццу собирать. Ну, в общем, вот, начинку я для пиццы приготовила. Сюда я порезала огурчик соленый, ну вот, курочка, грудка куриная, лук. Зелень. Так, что еще? А все, да. У меня, оказывается, вообще ничего нет в холодильнике. Даже этих, ни маслин, ни оливок, вообще ничего. В общем, такая вот у меня будет. Скудненькая, но, надеюсь, вкусненькая. Ну, я туда добавлю еще, положу сверху вот эти вот вяленые помидоры, базилик, этот сыр. Так, и... А, еще хочу вот помазать этим. Вот такой вот домашней аджикой. Аджика, мама, которую готовила.
Не знаю, острая, не острая, какая вообще, не знаю. Баночка большая, не знаю, потом я ее съем или не съем. Ну и все, а здесь у меня уже готовы макароны с морковкой. И курочка. Вот такая вот. Все уже готово. Сейчас пиццу буду делать. Тесто уже положила на противень, выложила. Вот. Сейчас уже буду начинку закладывать. Ну что, приступим к начинке. Так, сюда я сейчас начинку добавлю майонез, соль, перец. Кстати, я не солила эту грудку. Забыла посолить. Сейчас добавлю перчика, соль. И добавлю майонез. Перемешаю все это. И буду выкладывать. Так, ну сюда бы, конечно, да, что-нибудь еще. Ну нет у меня ничего. Ну ничего, ничего страшного. И так нормально будет. Грибы у меня есть, шампиньоны. Но что-то я как-то думаю, обойдемся без грибов. Ой, что такое? Как-то неаккуратно. Вот, и так, ну да, главное вообще, главное, что есть тесто, а там уже на это тесто можно что-то и накидать, что есть в холодильнике. И будет вкусно. Так, сейчас я открою вот эту аджику. Ой-ой, как я ее открою-то? Ух ты! Блин, а я ее вообще не открою, наверное. Как мне ее открыть? Пахнет вкусно. Пахнет очень вкусно. Так. Сейчас я ее смажу. Хватит, не хватит. Вот столько, я думаю, хватит. За место кетчупа. Блин, не знаю, переборщил, не переборщил, какая она вообще, острая, не острая. Посмотрим. Если будет острая, то вроде, наверное, вроде не полезет эта пицца. А я вообще люблю острое. Люблю острое. Ну, конечно, в меру. Бывает такое, что прям совсем остро-остро, да, что кушать невозможно. А бывает вроде остренько, прям так в меру, хорошо, вкусно. Ну все, вот достаточно этого. Так, и начинка у меня пошла. Такая белая что-то у меня начинка. Сейчас вот так вот распределю. Я, кстати, частенько готовлю пиццу именно с курицей. Она тоже получается довольно-таки, ну, вкусно. Не обязательно там с колбасой. Можно и с курицей готовить. Да и с это, со свининой. Ну, вообще с мясом. Мясная пицца.
Тоже вкусно. А то что, всегда с колбасой, да с колбасой. И оливье, кстати, тоже готовлю с куриной грудкой. Ну, и с колбасой готовлю, и с куриной грудкой. Так, ну, в общем, как-то так. Этой начинки достаточно. Кстати, я забыла про базилик. Ну, что такое? Ладно, сейчас я... Базилик я обычно кладу на этот, ну, вот на кетчуп, на вот на аджику надо было положить. С базиликом вкусно пицца получается. Ну, я сейчас ее так положу, а сверху базилика выложу помидор. А то базилик просто так-то он засохнет, сухой будет. Мне нравится с базиликом. Придает вкусный вкус. С базиликом очень вкусно получается шашлык, когда маринуешь шашлык, ну, свинину с базиликом, вкусно получается. Ну, и так вот, наверное, разложу помидорчик вяленый на базилик или базилик. И что? А, ну, сыр потом, сыр попозже. Потру и попозже я его. Уже перед готовкой, когда будет пицца готова, тогда выложу сыр. Так, у меня почти итальянская пицца получается. И помидоры вяленые, и базилик. Ну, почти, почти. Так, что, и я хочу на помидор вот так вот майонезиком сверху. А то боюсь, что вяленый помидор еще больше завялится. Ну, потому что он сверху ничем не прикрыт. Вот. Поэтому так вот сделаю. И все. Ну все. Заготовка пиццы готова. Ничего не забыла? Ничего не забыла. Все, отправляю в духовку. До готовности. Короче, пицца у меня почти готова. И я посмотрела, у меня, короче, знаете что? Помидор горит. Горит помидор. Поэтому я решила посыпать сыром. Прикрыть помидор, а то, чтобы вообще не сгорел. Сейчас посыплю. И обратно в духовку отправлю. Слоеное тесто, оно как бы готовится-то быстро, поэтому оно уже почти готово. Сейчас разложу, заложу помидор, чтобы до конца не сгорел. Да, надо было помидор его... Не знаю, ну, снизу, что ли, положить. Или с начинкой перемешать нужно было. Но я, кстати, уже готовила с таким помидором. Он у меня не горел. Только я не помню, как я его там... Это... Клала? Может быть, я с начинкой его перемешивала, действительно. Ну, в общем, он у меня не горелый был. А сейчас что-то горелый. В общем, вот. Скоро она уже будет готова. Можно будет кушать.
Когда только начинала готовить, так кушать хотела. А сейчас что-то вроде бы и неохота мне кушать. Видимо, нанюхалась, наелась. Так, сейчас я ее отправлю снова в духовку. Ого, горячо. Так, сыр расплавится. Чуть-чуть постоит. Опачки. И все. А потом посмотрю, что будет. Сейчас буду доставать пиццу. Прошло минут 5, наверное, как я посыпала сыром. Ну, такая она нормальная. Готова, уж точно не сырая. Тесто-то проготовилось. Ну, что у нас? Да нормально. Вроде бы вкусно. Да, Лизок? Ты уже тут как тут? Ну, сейчас она у меня остынет. И я потом порежу, попробую. Я думаю, нормально. Ну вот уже у нас вечер. 4:30. Уже начинает темнеть. А я, короче, все на кухне. Все на кухне, да на кухне. Пицца у меня уже приготовилась, все приготовилось. Настя, кстати, сегодня не зашла ко мне. Ей нужно было срочно бежать домой. Но она мне позвонила, поздравила, все сказала. Ну, сегодня не смогу, забегу к тебе завтра. Пиццу, говорит, не съешь все. Ну, в общем, сегодня я одна. Завтра Настя придет, пиццу покушает. Вот. И, ну, а я сейчас попробую пиццу вообще, что получилось, еще не пробовала. Ничего не кушала. Приготовила то, что вот макарошки с курочкой, не ела. Сейчас попробую пиццу, налила себе чай и скажу, вкусно или невкусно. Вот она, моя пицца нарезанная. Чай сделала, чай с молоком, кстати. Я без молока редко пью чай, в основном, ну, молоко добавляю. Вот, ну, сейчас попробую, что у меня тут получилось, что я намудрила. Ну, так выглядит вкусно, аппетитно. Пахнет, кстати, тоже вкусно. Нормально. Пицца как пицца. Съедобная, вкусная. Базилик попался. Вкусный. Сейчас поем пиццу, попью чай. И потом пойдем с Лизой гулять. И день будет закончен. И чуть не забыла, что хотела сказать. Любите друг друга, будьте любимы и цените. Конечно же, цените друг друга. Ну и на концовочку вставлю фотографии, ну так несколько. Посмотреть, какими мы были, как начиналась наша семья. Всем пока-пока!